Малая коробка. Упростить за 500 единиц опыта. Не, это нафиг не надо упрощать. Это нормально все. Так, давайте наряжаем. Мне надо атмосферу праздника до 10 уровня. Итак, оголовье есть у меня 5 левела? Фильтр есть? Нет. Так, оголовье хочу 5 уровня. Часы хочу, да. Так. Сейчас у меня задача... Так, атмосфера праздника, второй левел повышен. Получаем награды за это. Так, теперь гирлянду вешаем. Раз. Сразу атмосфера праздника подросла. Что дают за третью атмосферу праздника? Дополнительный опыт за бой, учебное руководство, антиповторитель. Так, есть у меня еще гирлянды? Есть. Вот такой вот повешу. На самом деле, это визуализация, это, конечно, тут все хорошо. О, уже не хватает. Смотрите, вот шаротанки повешу. Четвертый уровень атмосферы праздника. Антиповторители. О! Снегурочка. Смотрите, я достиг четвертого уровня, и теперь у меня появилась... Сейчас проверим, появилась она, Снегурочка. Из восточной коллекции. А, вот здесь она должна сидеть. А, выбрать снег... А, я выбираю Снегурочку. Так, ну мне нравится. Вот эта жгучая волшебная Снегурочка, да, выбрать. А, выбирайте не по внешнему виду, как я, а выбирайте, потому что они вам да, будут давать украшения своего, из своего этого. Забрать подарок у волшебной Снегурочки. Давайте заберем. И задача на x5 опыта. Они вам из своей коллекции будут давать. Одна боевая задача на x5 опыта и украшение 4 уровня. Красава. Продолжаем повышать атмосферу праздника. Пятый. Лучше Санычу донат, чем картохе. Мне нравится ваша позиция. Так, Диана Стужина. Это, кстати, командир, видите, с боевым братством, все как положено. На кредиты тут дается. Юша, доброе утро. Купил на сайте, но так и не поступили. Это норм. Если купил, то не норм. Должны прийти. Вот. Может быть, с задержкой поступят. Хорошим стримером. Это ненормально. Подарочки. Убедись, что ну, деньги а тому, кто списали. Дизлайк поставил, уголек. Что? Юша, доброе утро. Купил на сайте, но так и не поступили. Это норм. Это не норм. Это не норм. Убедись, что ты полностью завершил оплату, что с тебя все списали, что все прошло. И после этого смело пиши в центр поддержки пользователей. Хотя я думаю, в этом нет смысла. Потому что тебе, пока ты будешь писать. Вот, вот это хочу выбрать. Рыжую бестию, так сказать. То есть. Это не значит, что я у нее, скорее всего, сейчас смогу забрать подарок. Одна снегурочка, один подарок в день, да. То есть только у одной могу забрать. Но теперь мне доступно выбор либо у этой забирать, либо у этой. Не мерчи. Тебя погладить можно? Нет? Ладно. Давайте к Еле вернемся. Так, осталось два подарка. Есть у меня... Так, пока что все идет хорошо. То есть 45 коробок мне пока что хватает. О, Зайцев. Мне пока что я иду неплохо, уже седьмой уровень атмосферы праздника. Это значит, что у меня растут кредиты и возможность. Все. Фармить. Дополнительный кредит за бой, учебное руководство. Так, большую... У меня есть 500 осколков, я вот могу сгенерировать большое украшение. А, у меня одно уже есть, типа, поэтому нельзя, ребят. Одно... Так, ладно, давайте застолье украсим. Это тоже не забывайте, для повышения атмосферы праздника нужно. Оп, подросло. Так, барбекю ставим. Вот, оно появилось. И... О, автобус клево выглядит. Восьмой уровень атмосферы праздника. Пока меня все устраивает.
У Юры ни одного прямо 8 уровня 45 коробок не упало. Максимально, ребят, честно все. Еще одна снегурочка. Ну, мы ее чуть позже. Ну, хотя давайте сейчас возьмем. Смотрите, при этом растет. Эта фигня, вот, красавица. Забираем. Добро пожаловать в ангар. Чувствую себя сутенером. Выбери себе снегурочку. Так, такого у меня нету. Так, идем дальше. Инсталляция. Инсталляция. Кот Матроскин. Вот эти мне больше нравятся, ребята. Мультфильмы детства. Так, подсветочка. Вот такая пусть будет. И здесь у нас можно поставить вот такие фонарики. И атмосфера праздника уже 9. Я чувствую, все получится, ребят. 45 коробок — это самое главное, ребят. Прямо это хорошо, если выпадает. Но если вы прокачаете ангар в топ, вы с первого же дня начнете максимально уже фармить кредиты. Так, здесь у меня также нету ничего. И давайте дворик. Так, украшаем гирлянды. Украшаем свечечки. Все максимально 5 уровня надо ставить, тогда быстрее атмосфера праздника. И пушки поставлю. Все. Значит, для того, чтобы прокачать ангар до 10 уровня атмосферы праздника, 45 коробок в первые же минуты более чем достаточно. Вот, и все. Теперь мне открыты все слоты, я могу фармить дополнительно. И у меня здесь есть поезд. Давайте его поставим.